Ну что, рассказывай, как доехал. Отлично доехала. Летела очень долго. Что это у тебя? Это тебе сувенир небольшой. С самой северной части Норвегии. Видишь, тут 78-я этот, широта, долгота. Параллель. Или... Друзья, просто кто не знает, Марушка была в Норвегии недавно. А что ты там делала вообще в Норвегии? Я была в Шпицбергене. Я ездила в пресс-тур с участниками, журналистами Первого канала, РЕН-ТВ и прочими. Я была представителем соцсетей, была у консула и обсуждала этот отношение норвежцев и российских граждан. И как у нас... У нас все очень дешево, а там все очень дорого, я туда больше не поеду. Это понятно. Как отношения у нас между норвежцами и русскими? Прямо они напрямую, конечно, не агрессируют, но нас очень долго в этом в аэропорту продержали, и только нас очень сильно обшмонали всех, очень долго пропускали, всех остальных спокойно пропустили. А так граждане не сильно реагируют и не эмоционируют. Спасибо.